Президент России Владимир Путин представил к ордену почета главу Чувашии Михаила Игнатьева. Указ о присвоении высокой награды опубликован на официальном сайте Кремля. Как следует из документа, Владимир Путин оценил трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю работу Михаила Игнатьева. Михаил Васильевич на протяжении уже многих лет выстраивает взаимодействие с общественностью, с общественными организациями, умеет построить диалог с простым народом, поддерживает некоммерческие организации. Мы, как вот общественная палата, это очень четко ощущаем. И вот, как мне кажется, именно это позволило оценить деятельность Михаила Васильевича на столь высоком государственном уровне. Во-первых, я хочу поздравить Михаила Васильевича. А во-вторых, я хочу сказать, что вот всегда, когда я еду в Чебоксары, то всегда думаю с улыбкой, что вот Михаила Васильевича встречу. Потому что, ну, он такой молодой, целеустремленный, напористый. И всегда, как-то, находясь с ним рядом, испытываешь какое-то вот хорошее чувство. И понимаешь, что вроде бы как бы занимаешься чем-то важным. Он помогает в организации фестиваля.